неживой Борис, полузащитник сборной КГТУ. Борис, пару слов об игре с ТГУ, который вы проиграли со счетом 1-4. Ну, очень много ошибок было, брака. Нам голы очень тяжело, даже этот один гол очень тяжело дался, а нам забивали очень легко, просто даже нет слов. Даже не понимаю, в чем было вообще проблема, в чем. Если со сборной УРФУ и СГУ вы играли примерно равных, то сегодня команда выглядела не очень хорошо, я бы так сказал. Ну, все верно, наверное, недооценили, не знаю, либо поверили в себя заранее уже до матча. И из-за этого очень много ошибок, брака, в центре провалы, просто голы с обрезов. И все. А сами создавали впереди, забить не могли, а пропускали очень, очень легко. Уровень в первой группе и премьер-группе сильно отличается? Ну, в первой группе есть приличных команды 4-5, так, а в конце команды такие слабенькие. Здесь вроде бы все такие на одном уровне, все пытаются держать мяч, комбинировать, но здесь поинтереснее.